Рада вас всех здесь сегодня видеть. I'm glad to see all of you here. И сегодня я буду являться хозяином свадьбы. And today I will be the host of wedding. На немецком это будет звучать как Hochzeitvater. In German it is Hochzeitvater. В жизни человека есть очень много разных событий, но одно из самых ярких является свадьба. And of course one of the most bright is wedding. То есть эта традиция вот конкретно для Азова или это вообще традиция для всех немцев? Азовский район, в Азовском районе используется эта традиция, но в различных населенных пунктах есть разные традиции, то есть это используется везде практически. Это распространенная? Да. Но на настоящий день используется или она использовалась в прошлом? Это использовалось раньше, потому что в настоящее время уже более современные свадьбы, поэтому это мало используется. Small variations. In Russia, not in Berlin, for example, not there. Но в семьях, там, где присутствуют... перед днем свадьбы невеста должна была спать дома и как можно дольше, поскольку это последняя ночь в доме своих родителей. Собирали жениха и невесту в разных домах. Жених у себя дома его собирали его родители, а невеста дома у себя. Девушка окропляла венок раз в год. И во время свадьбы никто не улыбался, поскольку это на тот момент считалось какой-то трагедией, что она становится незамужней и гулять теперь она не может. And nobody smiled during wedding day because it was considered like a tragedy as she got married and now she has no right to use her own life anymore. One, two, three.